Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня с вами будем разбирать партнерскую программу EPN. Сейчас видите главную страницу партнерской программы AliExpress. Первое, что надо сделать, зарегистрироваться по партнерской программе. Ссылка на партнерскую программу дана ниже под видео. Необходимо будет перейти и зарегистрироваться как веб-мастер. Хочу сказать несколько слов о платформе EPN, что она из себя представляет. Сегодня EPN – это крупнейшая партнерка компании AliExpress в России. Такие взаимодействия являются настоящими трендами в интернет-рекламе, поскольку приносят выгоду всем ее участникам. Здесь веб-мастера с помощью своих инструментов, приложений приводят посетителей и получает прибыль за покупку, а рекламодатели широкую аудиторию клиентов на свой товар. И платформа EPN выступает в качестве посредника между интернет-магазинами и веб-мастерами. Как вы знаете, AliExpress — это крупнейший интернет-магазин в мире. Ежедневно на нем проходят просто огромные объемы продажи, и поэтому работать на нем по партнерской программе очень перспективно. Преимущество данной программы: во-первых, ускоренные выплаты, во-вторых, есть возможность создания своего сайта, в-третьих, сокращение ссылки для удобного размещения на своих ресурсах. Это можно его отправить своим друзьям, знакомым, разместить на своих страницах в общественных сетях. Эта партнерская программа дает 8,5% от суммы заказов на AliExpress. Минимальная сумма вывода средств составляет $10. При активном участии в партнерской программе вы можете получить банковскую карту, что является большим плюсом. Итак, переходим непосредственно в личный кабинет партнера. Вот так он выглядит. Первая вкладка – это статистика. Нажимаем на общее, и здесь отображаются все ваши действия по ссылкам. В общем, вся ваша работа, которую можно потом просто проанализировать. Следующая вкладка – это основная вкладка, это инструменты. Здесь вы будете работать непосредственно с партнерскими ссылками. Сейчас перейдем к созданию партнерской ссылки. Кликаем на кнопку «Партнерская ссылка» и переходим на сайт AliExpress. В поисковике, в поисковой строке пишем, например, «микрофон для компьютера». Переходим на страницу с микрофонами, ну и подбираем подходящий. Ну, например, хороший микрофон Боя. Они обладают достаточной чувствительностью и довольно широким диапазоном. Копируем ссылку на страницу с описанием микрофона. Вставляем ее в поле «Партнерская ссылка». Также прописываем название товара «микрофон для компьютера» и кликаем на кнопку «Сформировать ссылку». Кликаем на кнопку «Сформировать ссылку» и ждем, пока она сформируется. Вот это сформировалась коротенькая ссылочка. Сейчас ее копируем. Переходим на свою страницу, допустим, у меня ВКонтакте,
и вставляем на странице для рекламы вот этого микрофона, по которой будут переходить, называется партнерская ссылка. В этом уроке мы разобрали регистрацию партнерской программы, формирование коротких партнерских ссылок и размещение их на контенте. На сегодня все. Дальнейший разбор работы партнерской программы будет в следующих уроках. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До свидания.